Владимир Путин вступил в должность. Сегодня в Кремле прошла инаугурация президента России. Эта церемония стала для Владимира Путина четвертой в политической карьере. Напомню, на выборах за действующего президента проголосовало свыше 56 миллионов избирателей. Это почти 77%. Югра тоже выразила доверие Путину, отдав за него более 600 тысяч голосов. На церемонии инаугурации присутствовали члены Кабинета министров, парламентарии, руководители администрации президента, судьи Конституционного суда и дипломатический корпус. Будем активно проводить современную социальную политику, настроенную на нужды каждого человека, каждой российской семьи. Повышать качество образования и здравоохранения. Особое внимание уделим поддержке традиционных семейных ценностей, материнства и детства, чтобы в России рождалось как можно больше желанных, здоровых, умных, талантливых малышей. Это им, нашим детям, предстоит строить нашу страну дальше. Дорогие друзья, как глава государства сделаю все, чтобы приумножить силу процветания и славу России.